Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших видеоинтервью со специалистами IT-отрасли. Наша целевая аудитория – это подростки, это их родители, перед которыми стоит задача профессионального самоопределения. И мы стараемся рассказать о профессиях в сфере цифровых информационных технологий. Давайте будем знакомиться. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Сколько лет и откуда родом? Здравствуй, меня зовут Алексей. Мне 33 года сейчас. Я родился в городе Северодвинск Архангельской области, но прожил очень много в Вологде. Когда мне было 9 лет, мы переехали в Вологду, и мы прожили в Вологде больше 10 лет. Я понял, да, хорошо. Тогда давай будем вот потихонечку знакомиться. Вот расскажи, какое у тебя образование, где и кем ты сейчас работаешь и какой опыт работы. Ну, сейчас достаточно так поверхностно. Образование, значит, официальное. Я заканчивал Вологодскую государственную научно-хозяйственную академию по специальности статистика. До этого я учился в первой школе в Вологде, которая была с углубленным изучением английского языка. Потом, после ВГМХ, я поехал учиться, продолжать свое образование в магистратуру, которая была в Канаде, уже в городе Ванкувер. Университет называется Саймон Фрейзер. И потом я устроился на работу, и когда я работал, уже брал какие-то курсы, дополнительно повышал, так сказать, свое образование. Брал курсы в Стэнфорде по науке данных и как бы старался повышать как свое образование дальше. Я понял, да. Здорово. Хорошо. Ну вот все-таки давай потихонечку погружаться в IT-сферу. Я так понимаю, ты не программист, а вот это data scientist, да, то есть это вот аналитик данных, но вот тем не менее... У тебя вот с программированием насколько хорошее отношение? Во сколько лет ты написал свою первую программу? Я больше data scientist. Data scientist — это как бы такая профессия, она на перипетии трех таких вещей базируется. Первая вещь — это какое-то вообще бизнес-знание, да, то есть ты должен понимать отрасль, в которой ты работаешь, потому что ты как бы должен ее анализировать. Вторая вещь — это математика и статистика, то есть ты анализируешь в основном какими-то математическими методами, то есть математика очень нужна. И третье — это программирование, то есть ты как бы обычно для анализа, это очень сложно делать какие-то анализы там в Excel или еще где-то, обычно используется программирование. Программирование у меня, наверное, очень такое простое. Мне кажется, там любой первокурсник, наверное, нашел бы там кучу возможностей улучшить ее, но зато как бы оно делает там то, что я хочу. Первую программу я не писал каких-то прям таких программ. У нас было Pascal, да, в школе какие-то такие. Потом уже я первую программу, наверное, написал все-таки по своей отрасли. В статистике есть такой язык программирования R. И я писал какие-то программы уже там. Я понял. Понятно. То есть это было уже в академии, получается, да? Это было уже в магистратуре больше. Да, в магистратуре. Хорошо, да. Ну вот давай тогда дальше пойдем потихонечку раскрываться. Вот расскажи свою историю прихода все-таки вот в твою текущую профессию. То есть ты поступил в Вологде, в Вологодскую вот молочно-хозяйственную, да, вот академию, и по статистике, я так понимаю. И вот постепенно у тебя все-таки пошел позиционирование и фокусирование на цифровые технологии, да, вот на анализ именно компьютерный, вот магистратура и прочее. Вот расскажи, очень интересно, как у тебя вот эта траектория развивалась. Да, это хороший вопрос. На самом деле, я поступил по статистике в Вологде, отучился там 5 лет и потом перешел. Мне было просто интересно попробовать как бы образование за рубежом. Я перешел магистратуру в Канаде. Когда как бы
перешел в эту магистратуру в Канаде, очень активно развивались все интернет-компании, такие там как Google, eBay, Facebook, PayPal. И как они начали, когда они начали развиваться, они начали писать очень много всяких программ, да, и разного кода. И тогда вышла такая статья, что когда пишется какая-то программа, и эта программа начинает действовать, эта программа начинает производить очень много данных. Да, и статистики, как бы они раньше были, это не была такая самая классная профессия, это были какие-то люди, которые там занимались, я не знаю, исчислениями каких-то социоэкономических данных и так далее. Но неожиданно появилась куча данных, которые стали производить эти IT-компании, и никто не умел их как бы анализировать, никто не умел их прочитать, никто не умел как бы интерпретировать эти данные, да, рассказать компании, что они значат. И статистики неожиданно стали очень такими востребованными людьми, очень востребованной профессией. И я как бы заинтересовался вот после как бы IT после этой истории. А вообще у меня все, и когда я учился, я думал, выбирал, куда мне идти. У меня было два основных варианта. Первый вариант — это банковская сфера, и второй вариант — это IT. И просто как бы я смотрел, что больше развивается, что как сильно взлетают все интернет-компании, и решил, что это интереснее. Там очень много движения, очень много всего происходит, и просто интересно быть в этой сфере. Я понял, да. Хорошо. Ну вот все-таки еще раз, вот надо, вот постарайся себя представить именно вот в годы студенчества, да, вот или в Вологде, или в магистратуре потом. Вот что у тебя осталось сейчас в памяти, что больше всего запомнилось, да, вот, не знаю, там, учеба, какие-то другие активности, вот как у тебя вот проходила студенческая жизнь? Мне, наверное, больше всего запомнилось поездки по конференциям, то есть какой-то момент мне просто начало как бы хотелось общаться с другими ребятами, хотелось посмотреть там, что какие люди в других институтах, и было очень много разных конференций учебных, и мне очень нравилось почему-то ездить по этим конференциям. Там достаточно либеральные условия к приему каких-то докладов, и можно было как-то приехать с разным докладом и пообщаться с ребятами. То есть это очень нравилось. Вообще, мне кажется, такие студенческие годы, они хороши, чтобы попробовать несколько разных вещей. То есть не обязательно там с первого курса выбрать что-то и прям идти очень глубоко в какую-то одну область, а постараться как бы... мне кажется, очень сложно умом понять, как бы, что именно ты хочешь делать всю жизнь, особенно когда тебе там 18 лет, выбрать какие-то там три основных вещи, которые ты можешь, возможно, делать и попробовать какие-то такие вещи. Мне кажется, это идеальное время для таких как бы экспериментов. Согласен, да, конечно. Вот тогда смотри, вот есть такая роль наставник, да, то есть это вот старший товарищ, который передает свои знания, да, и не только знания, а какое-то отношение к жизни своему, ну вот, подмастерью, да, преемнику. Вот расскажи, у тебя были вот в твоей вот в биографии такие люди, наставники? Да, мне кажется, были, безусловно. А это не всегда было какое-то такое формальное отношение, что вот этот человек мой наставник, да, то есть очень много людей по жизни так оказало такое влияние. Там это был какой-то тренер по спорту, какие-то учителя, которые прям жили своим делом и оказали большое влияние. То есть у меня не было какого-то формального наставника, но такие яркие люди, которых ты встречаешь по жизни, они, безусловно, оказывали это влияние. Mm-hmm. Я понял, хорошо. Ну вот теперь давай ты все-таки более подробно расскажи о своем международном опыте работы. Я так понял, что ты вот уехал из России, и у тебя
вся твоя вот, ну, профессиональная карьера, она складывалась за рубежом. Вот расскажи подробнее, где ты работал и чем там занимался? Да, я в России работал еще после первого курса проводником на российской железной дороге. Круто, это вот опыт очень хороший, да? Посмотрел, какая огромная у нас страна. Было очень интересно, на самом деле. И потом я еще работал немножко в Вологодском филиале Российской академии наук. И потом уже переехал, то есть у меня нету какого-то большого опыта работы в России, мне, наверное, немножко тяжело как-то сравнивать и делать какие-то особенности, говорить. А по поводу за рубежом, то есть после того, как во время учебы в магистратуре у меня были практики, я работал на заводе по производству смартфонов в Канаде. Это называется такая компания Research in Motion. И у меня была задача сделать эти телефоны как можно более как бы устойчивы для всяких падений там и так далее. Это было 3 месяца всего работы. И потом я устроился в компанию, после того, как я закончил полностью учебу, я устроился в компанию eBay, где я проработал уже 5 лет. В общем, и там как бы у меня было очень много разных должностей, но они все были связаны в том или менее как бы с data science, с аналитикой, с данными. В основном это была как бы аналитика в маркетинге, да, когда как бы мы пытались там привлекали как бы людей на сайт, которые приходили, и нам нужно было платить тем другим сайтам партнерским, которые привлекают этих людей. Вот. Потом в eBay еще была такая отличная программа, которая позволяла тебе менять свою работу каждые 6 месяцев. То есть ты проработал 6 месяцев, потом выбираешь другую команду, идешь в другую команду. И это было очень здорово, опять же, потому что ты, как бы, когда ты только что пришел с учебы, тебе очень, мне кажется, полезно посмотреть разные стороны бизнеса, посмотреть, как люди работают в разных проектах, просто поработать с разными людьми, чтобы понять, как бы, какой у тебя стиль работы, какие существуют там лучшие практики, лучшие методы работы. То есть это было очень интересно поработать, как бы быть участником такой программы. Я менял достаточно много должностей в eBay, и в eBay, потому что это не только сам eBay компания, это они еще поглотили очень много других компаний, и то есть есть возможность поработать в каких-то более маленьких таких компаниях, что тоже было очень интересно, потому что когда маленькая компания, то есть ты видишь все, что происходит в ней, то есть ты можешь, как бы ты видишь, как работают финансы, ты видишь, как работают инженеры, которые пишут этот продукт, это мне кажется очень, очень полезно. И после eBay я перешел в PayPal, а потом уже перешел на нынешнюю работу. Я работаю сейчас в компании Facebook и тоже делаю маркетинговую аналитику, маркетинговые данные. Я понял. Ну, это очень крутая у тебя на самом деле вот такая карьера. И очень здорово, да, вот что, ну вот наши люди, они, ну вот, трудятся в ведущих мировых IT-компаниях. Классно. Вот тогда все-таки, ну вот расскажи, поделись какими-то секретами, вот благодаря чему все-таки у тебя вот так все хорошо складывалось, то есть какие требования к сотрудникам, да, вот чтобы тебя оставляли на должностях, там переводили на другие, да, вот, ну вот какую пользу, вот как все-таки обычному молодому человеку добиться того, чтобы работать в такого рода компаниях, как ты? Не знаю, мне сложно, если как-то давать такие общие советы. Мне кажется, что вообще очень полезно понимание бизнеса, да, то есть не вообще вот там мы говорим про какую-то бизнес-школу, а то конкретно, если ты работаешь в какой-то компании, то понимать очень четко, как компания
как устроен бизнес этой компании, да, потому что бизнес это всегда какая-то такая магия, когда компания создает свой продукт, и этот продукт удовлетворяет потребности людей, и это, мне кажется, это как бы всегда такая немножко магия, это очень здорово, и понимать всю просто механику, как это работает, это всегда очень полезно, то есть даже если ты работаешь каким-то в какой-то определенной отрасли, допустим, программистом в этой компании или инженером, все равно очень полезно понимать, как полностью работает компания, как все это устроено. И, допустим, в Фейсбуке, мне кажется, когда я смотрю на программистов здесь, да, они очень редко какие-то... Они всегда понимают и всегда в курсе всех событий, то есть они понимают очень четко, как компания делает деньги, как устроена там продажа, и это, то есть, не какие-то глубокие специалисты какой-то очень узкой отрасли, да, а это люди, которые просто понимают очень хорошо бизнес и знают, как они могут помочь этому бизнесу улучшить. Как они своими способностями, своими навыками способны улучшить этот бизнес. И, опять же, сложно давать какие-то общие советы, но мне кажется, очень важно еще способность взять какую-то проблему и уметь в ней полностью разобраться. Да, то есть просто разложить все очень четко по полочкам и там разобраться в любой проблеме. На самом деле, мне кажется, любая проблема, какая бы она ни была сложная, или запутанная, она анализируется, да, и она раскладывается по полочкам, структурируется, и можно принять какое-то решение по ней. То есть вот эта возможность нырнуть и разобраться в какой-то проблеме, мне кажется, тоже очень-очень важно. Да, я понял, да. Но вот все-таки, конечно, так как ты работаешь в Фейсбуке, вот расскажи немножко про внутренние какие-то отношения, вот насколько там они... открытые там у вас open space там или у каждого своя там вот Марк Цукерберг, вот насколько он там вот как бы как часто ты его видишь, вот расскажи чуть-чуть вот о внутренней жизни. Да, Facebook на самом деле интересная компания даже для Кремниевой долины, она отличается от других компаний, где я работал, там от eBay, PayPal. Мне кажется, основное, как бы первое, что бросается в глаза, когда ты приходишь, это насколько они насколько они прозрачно все как бы коммуницируют, да, насколько там все прозрачно. В Фейсбуке есть свой внутренний, как бы внутренний Фейсбук, который создан только для работников Фейсбука. И там, как бы, когда кто-то делает проект, люди обычно пишут туда результат этого проекта. То есть, в принципе, ты имеешь видимость о что делается в любом уголке компании. А компания достаточно большая. Сейчас, по-моему, там 46 тысяч человек уже работает. То есть вот эта транспарентность, да, вот эта прозрачность, она очень-очень интересна и очень, как бы, очень полезна, мне кажется. Опять же, помогает тебе понять, как все устроено. Потом, как бы, это также относится когда руководство компании коммуницирует с сотрудниками. Каждую пятницу Цукерберг проводит свой как бы собрание, которое открыто для всех, где он обычно делает какие-то анонсы, потом выбирает там топ вопросов, которые задали сотрудники, отвечает на эти топ вопросов и, ну, вообще рассказывает там какие-то вещи, которые там волнуют компанию. То есть каждую пятницу стандартно идет такой как бы митинг, когда все это рассказывается, все коммуницируется, опять же, очень прозрачно, любые вопросы, в принципе, поднимаются и обсуждаются. Еще одна такая особенность, которая, мне кажется, интересна, это то, что когда я пришел, я долго пытался понять, что я как бы должен делать, что от меня хотят делать. И я все ждал, что мне скажут, что там, вот этот твой проект, иди и делай это-то. И так очень, я очень долго ждал, но так никогда не случилось, на самом деле, потому что... Зарплату же платили. Да, это было самое удивительное, да, для меня, что зарплату платили и не говорили, что конкретно делать.
и идея такая, что как бы тебе объяснят, дадут весь контекст, да, а ты сам уже должен понять, как бы, как двигаться вперед и как ты можешь улучшить, опять же, компанию своими способностями, как ты можешь сделать что-то полезное, так сказать. Это тоже проявляется в том, как компания принимает решение о продвижении людей, да, там, то есть решение, кого повысить, это, то есть каждые полгода собирается такое, как бы, собрание, да, и где обсуждают, какие достижения данный человек, как бы, принес, и если там достижения лучше, чем там у другой, там у других людей в команде, то есть тебя повышение. То есть это какие-то такие очень прозрачные и очень понятные вопросы, там нету никакой, да, ну все так очень, очень понятно и очень прозрачно. Нету никакой магии, ничего такого волшебного, все очень понятно. И мне кажется, это очень нравится. Я понял, да. Ну вот просто все-таки вот как бы вот бизнес, он же подразумевает какую-то дисциплину, да, там есть какие-то дедлайны, сроки, начальники, вот просто вот каким образом, если тебе дали полную свободу, да, вот, ну, творчество, оно же может превратиться в бесконечную такую, ну, как, я не знаю, созерцание там или ничего не делание, или бесполезное вот такое вот состояние. Вот как все-таки это все выстраивается в то, что результат на выходе? Это очень удивительно. Мне тоже интересует этот вопрос, на самом деле. Мне иногда кажется, что это такой хаос какой-то, да, вот 46 тысяч человек, это какой-то хаос, но тем не менее, как бы, там, это все движется вперед, и это все движется вперед достаточно сильно и упорно, да, Facebook, это же не какая-то, это компания, не которая выстрелила из-за того, что она вошла первой в какую-то идею. Там уже были куча компаний, которые делали эти социальные сети. Просто Facebook сделал это очень правильно. И это, то есть просто компания выстрелила на основе серии очень правильных решений, да, которые она приняла намного лучше, чем конкуренты. То есть на самом деле, мне кажется, отвечая на этот вопрос прямо, то есть тут два таких вещи. Первый – это набор людей, да, то есть старается все-таки очень достаточно серьезный набор людей. У меня, допустим, было 2 интервью по телефону сначала, чтобы поступить, потом, когда ты их проходишь, было 5 интервью, как бы ты приезжаешь уже вот в офис компании раньше, сейчас уже все проводится по интернету, приезжаешь в офис компании, там у тебя целый день интервью, 5 интервью проходит, и потом еще там могут назначить 2. То есть достаточно серьезный набор, отбор идет, мне кажется, как бы это помогает. И второе, не знаю, мне кажется, существуют какие-то, опять же, цели, которые там приоритеты компании, и это через эти приоритеты такой есть макроменеджмент, да, но опять же никто там не стоит с палкой и не говорит, что делать. Да, я понял. Но все-таки вот умные люди, вот мне интересно, вот как бы там же наверняка не только денежная мотивация, да, вот что вот тебе там поднимут оклад, там какую-то премию. Вот за счет чего все-таки вот умные люди, они вот как-то делятся своими знаниями, опять же, работают в команде, вот есть вот какие-то, вот, не знаю, примеры вот на этот счет? Ну, мне кажется, это как бы... Мне, допустим, почему интересно работать было в Фейсбуке, это из-за того, что, опять же, вот очень много умных людей, да, ты, опять же, и открыта вся информация внутри, и ты можешь просто очень сильно учиться у реально там лидеров в этой области, там они, допустим, сделали, да, и они пишут такой огромный отчет и публикуют этот отчет внутри, и ты можешь там читать и учиться каким-то лучшим практикам из этого отчета. То есть мне кажется, просто вот это что-то такое, что когда группа как бы помогает друг другу, обучает друг друга, делятся друг другом лучшими какими-то вещами, это работает. Но опять же, как бы большая
большое ударение на компании, это на то, что делиться, обучать друг друга, быть полностью прозрачными в тех, что как бы вы делаете. Да, здорово. Вообще классно. Вот интересно еще такой вот момент, вот опять же, возвращаясь к карьере потенциальной, то есть, наверное, три больших таких направления. Первое – это работа вот такой большой корпорации а-ля Facebook, там, Google и прочее. Там. Потом можно работать в стартапе, да, когда вот у тебя маленькая команда, там адреналин, риски огромные. Или можно работать фрилансером, да, то есть ты просто где-то сидишь там в одиночку, где-то в таком комфортном месте, у тебя есть интернет, компьютер, и ты там делаешь какие-то заказы. Вот расскажи про свое отношение вот к этим трем направлениям. Да, это на самом деле, я думал об этом много. Мне кажется, что я очень люблю стартапы, то есть мне кажется, опять же, это какая-то магия, да, когда люди собрались, создали какой-то бизнес, особенно если он приносит какие-то деньги, то есть они реально удовлетворяют чьи-то потребности каких-то людей в чем-то, то есть это очень интересно. Мне кажется, это немножко зависит как бы от этапа, от твоего этапа в карьере, да, и вначале мое мнение, что хорошо, неплохо поработать в какой-то такой серьезной компании большой, чтобы просто понять, как бизнес устроен, как устроены какие-то такие бизнес-процессы, потому что обычно в таких компаниях, опять же, есть специалисты глубокого такого уровня, и ты можешь понять, как что работает. Но, опять же, если ты работаешь в такой компании, тебе не нужно сидеть и работать в очень узкой какой-то отрасли, тебе нужно стараться, чтобы у тебя было обозрение на как устроены разные процессы. Мне кажется, это в начале пути, мне кажется, это хорошо. А потом, безусловно, когда как бы, ты уже понял, как посмотрел, как работают какие-то бизнесы, то есть такие вещи, как стартапы, они супер интересные. Опять же, только потому, что ты не работаешь в какой-то очень узкой отрасли, а у тебя есть... Ты можешь попробовать себя в разных отраслях. Мне кажется, это интересно. И интересно в карьере чередовать такие вещи, когда ты был специалистом в узкой отрасли, потом ты перешел на более такую горизонтальную какие-то вещи, где у тебя много, потом опять ты что-то углубился куда-то очень сильно. Мне кажется, это хорошо, это какой-то такой правильный путь чередовать эти вещи, если можно. Да, я понял. Хорошо. Давай, блиц, вопросы больше по профессии. Скажи, пожалуйста, любишь ли ты свою профессию? Да, мне очень нравится как бы data science, мне очень нравится анализ данных, потому что, опять же, это такой микс из программирования, из математики, статистики и из бизнес. То есть ты можешь как бы все эти три отрасли как бы изучать, и это очень интересно, мне кажется. Да, понятно, да. А вот какие нужны знания для того, чтобы вот стать специалистом по твоей специальности? Нужно знать статистику, как математическую статистику, то есть это там теория вероятностей, анализ данных. И нужно знать программирование, то есть там мы обычно пользуемся какими-то такими языками типа Python, или R. И нужно, мне кажется, все-таки, опять же, хорошо иметь какое-то такое бизнес-образование, немножко понимать, как работают финансы в компании, и то есть как компания, как работает механика бизнеса. Я понял. Важный вопрос для бизнеса. Сколько зарабатывает Data Scientist? По-разному, в Кремниевой долине, на самом деле, зарплаты очень большие, даже по Америке. Мне кажется, Data Scientist здесь такой с опытом работы там, в 3-5 лет. В принципе, размер зарплаты там, от 150 тысяч долларов в год до там, 230 тысяч долларов в год. То есть это... порядка 1 000 000 рублей в месяц,
наверное, на рубли, но опять же здесь очень большие налоги, там, то есть 30% очень высокая стоимость, то есть нужно платить за аренду жилья, это тоже очень большая стоимость, тут там сады, питание, то есть как бы тут большие зарплаты, но очень большие расходы тоже. Понятно, понятно. Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, чего в твоей профессии больше, творчества или рутины? Да, в моей профессии больше творчества. Рутины на самом деле очень мало, ее практически совсем нет. И мне кажется, это одно из таких достоинств вообще IT-сферы, да, то есть IT-сфера, мне кажется, по определению, она нацелена на автоматизацию любой рутины. То есть из-за этого мне очень нравится IT, потому что здесь намного меньше рутины, чем в других как бы отраслях. И здесь это творчество, и каждый день ты приходишь на работу, и ты делаешь там какой-то продукт немножко лучше, чем он был вчера. То есть когда это все аккумулируется и нарастает, это там происходят какие-то, правда, вот, магические великие такие продукты делаются. Это, мне кажется, это такое очень большое преимущество IT-сферы, что здесь твои результаты, они аккумулируются, да, то есть ты не каждый день делаешь одну и ту же работу какую-то, а ты каждый день увеличиваешь не немножко там свой продукт. Это, мне кажется, большое достоинство IT-сферы по сравнению с другими. Да, хорошо. Вот что важнее для работы? Hard skills или soft skills? Как считаешь? Мне кажется, да, нужно как бы совмещать эти обе вещи. Самые такие люди продвигаются в карьере, которые умеют совмещать эти вещи. Мне кажется, вообще, опять же, я не сторонник там уходить глубоко в какую-то одну тему. Мне кажется, в современном мире очень много как бы ценностей создается, когда у человека на стыке каких-то вещей, да, на стыке, когда там делается бизнес, на стыке каких-то отраслей, когда там ты человек. Очень сложно конкурировать, мне кажется, в современном мире, если ты хорош только в одной какой-то вещи, потому что, ну, есть очень-очень много людей. А когда ты хорош в нескольких вещах, то просто легче конкурировать. И это очень много ценностей создается вот именно на стыке вещей. То есть, опять же, если у тебя только очень хорошие hard skills, то, допустим, hard skills, да, то тебе нужно там быть, я не знаю, лучшим программистом в мире, и это очень сложно. А если ты умеешь совмещать и балансировать, то, мне кажется, просто легче конкурировать. Хорошо. Вот как постоянно быть на острие атаки, вот потому что цифровая отрасль, она очень динамична, много всегда слишком вот новые тенденции, вот как быть актуальным и востребованным? Какой рецепт? Ну, мне кажется, это вопрос просто мотивации, да, это насколько тебе, опять же, насколько ты мотивирован развиваться в этой профессии, и поэтому, опять же, мне кажется, очень важно осознанно подходить к выбору своей профессии, да, не просто так туда прийти, потому что если там ты пришел в IT, ты хочешь быть на острие атаки, да, тебе нужно будет вкладывать достаточно много времени и усилий, чтобы как бы знать все эти новые вещи, которые постоянно здесь происходят. А с другой стороны, эти вещи выходят, там, это вещи выходят не просто так, это обычно какие-то улучшения, да, вещи, то есть мне кажется, это, опять же, интересно, да, разбираться в каких-то новых вещах, которые стали лучше, чем другие. Опять же, там есть какие-то другие сферы, там, наверное, типа банковской, где все очень так тихо, и там никаких, в принципе, там новых сумасшедших продуктов не выходит, а IT постоянно развивается, и здесь постоянно много возможностей. То есть, если у человека правильная мотивация, мне кажется, то он сможет развиваться в этом направлении. Хорошо. Вот если немножко посмотреть на перспективу вперед, сейчас искусственный интеллект, роботы, нейронные сети, вот большие данные, вот все-таки они не ставят под сомнение вот цифровые профессии вот для человека? Как твоя точка зрения? Мне кажется, нет.
они наоборот, как бы нужны будут люди, которые это все развивают. Мне кажется, автоматизируются какие-то такие простые профессии, да, там. То есть, там, допустим, раньше были такие магазины по телефону, да, и там были гигантские колл-центры, да, где сидела куча людей, принимали заказы, записывали это в книжку и отправляли товар. Сейчас просто есть интернет-магазины, где это все делается автоматически. Сейчас оно также происходит с какими-то водителями грузовиков, да, где пытаются сделать беспилотные вещи, то есть такие профессии, мне кажется, автоматизируются, и мне кажется, что это хорошо, потому что, мне кажется, все-таки как бы делать какую-то одну такую вещь чисто механическую, это не совсем созвучно с человеческой природой. Человеческая природа больше для там, творить какие-то новые вещи и развиваться. То есть мне кажется, что какие-то такие монотонные профессии, они будут дальше автоматизироваться. Мне кажется, что это очень хорошо. Мне кажется, что это не ставит под угрозу какие-то IT-профессии. Мне кажется, мы очень далеки от того, чтобы там какая-то нейронная сеть делала что-то умное, что да, пока. Да. Ну, просто вот смотри, вот в шахматы уже компьютер давно обыграл, в Го обыграл, то есть вот узкий интеллект искусственный, он становится круче, и вполне вероятно, что вот то творчество, о котором мы вот так много говорим, вполне возможно, что нейронная сеть, она будет делать это лучше человека. Вот как быть в этой ситуации? Или ты считаешь, что это пока еще, ну, такое отдаленное будущее? Я считаю, что это отдаленное будущее. Я, опять же, вот Кремниевая долина здесь, да, Калифорния еще очень знаменита своими такими большими фермерством, большими полями. И здесь до сих пор люди собирают там эту клубнику, вручную, допустим, да, то есть, мне кажется, такие вещи нужно автоматизировать сначала, потому что, ну, это должны делать роботы, безусловно, и, не знаю, мне кажется просто, что нейронные сети, они все-таки шахматы, да, там, Go, можно научить, когда есть очень четкая функция, что нужно делать. Но когда это в жизни размыто и не так все понятно, какая четкая цель какой-то оптимизации, да, то я пока не видел никаких алгоритмов, которые что-то могут сделать подобное, то, что делает человек. Да, ну просто тот же Илон Маск, он предупреждал, что вот следующая война, там, возможно, это будет война искусственных интеллектов, и есть такие моменты вот с тем же Боингом, когда вот система вот автопилота, она там привела к катастрофам, то есть просто тут вопрос в том, что идет все постепенно, да, вот там мы доверились какому-то роботу, здесь бот там и прочее, а когда вдруг случается какая-то нештатная ситуация, мы видим, что это может приводить к таким серьезным последствиям, поэтому тут просто вот роль человека, это все-таки как-то держать под контролем, и вот, ну, чтобы это было, ну, управляемо, да, чтобы не вышло из-под контроля вот в таком глобальном плане. Да. Хорошо. Да, мне кажется, это очень интересно. Мне кажется тоже, что, как бы, мое мнение вообще, что IT имеет огромное позитивное влияние на там, человечество. Допустим, когда... И для меня лично, да, это сыграло огромную там вещь. Сейчас на YouTube, допустим, есть разные там образовательные курсы, да, и каждый человек имеет там доступ к лучшим там курсам из Гарварда, там, из Стэнфорда, из других институтов. Каждый может это посмотреть. То есть это такая огромная демократизация образования происходит. Там в Фейсбуке есть группы, где люди просто там помогают друг другу, да, то есть это тоже, мне кажется, очень интересная такая совокупность человеческого потенциала вместе с IT, приносит какие-то абсолютно новые вещи, которые позволяют делать очень позитивные вещи. То есть я вижу огромный позитивный, как бы, потенциал и влияние IT на современный мир, и если честно, мне кажется, какие-то такие прогнозы про то, что нейронная сеть захватывает что-то, это... Не знаю, я пока не вижу такого сценария. Хорошо, я понял, да. Будем, да, в это верить.
И вот вопрос такой. Вот какой, по твоему мнению, самый гениальный алгоритм или структура данных? Вот расскажи. Ну, это все-таки, наверное, больше из программирования. У меня такого нету. Опять же, мой код, он очень, очень простой, такое процедурное программирование. То есть у меня нету какого-то четкого ответа на этот вопрос. Мне очень нравятся, опять же, какие-то практичные вещи, да, когда, опять же, было, на моей предыдущей работе была ситуация, когда у нас был бизнес, шел не очень хорошо, и нам нужно было делать такой очень подробный анализ ситуации, да, и нужно было делать презентацию, которая состоит там из 50 слайдов, да, чтобы рассказать все, как происходит. И я написал программу, которая автоматизирует просто это, которая, да, по нажатию одной кнопки, она выдавала просто эту презентацию, и она была готова, вместо того, чтобы сидеть там целый день, вырезать эти слайды из экрана. То есть такие какие-то практические вещи, они мне очень нравятся. Да, или недавно, допустим, там был какой-то, написал тоже программу, которая делает там кучу симуляций. То есть ты сидишь и видишь, как компьютер за тебя делает работу. Ну, тоже, мне кажется, тоже это замечательные какие-то вещи. Но у меня нет какого-то ответа на самый там элегантный алгоритм программирования, к сожалению. Ну, я понял, да. Но когда вот действительно происходит какая-то магия, когда ты видишь, да, вот что... благодаря твоему, вот, ну, не знаю, как, творчеству, да, ремеслу, возникает что-то такое, которое, ну, живет помимо тебя, да, и делает полезные вещи, это, конечно, волшебство, это здорово. Мне кажется, да, когда опять же, вот решение таких каких-то механических задач, да, с которыми компьютер справляется на отлично, мне кажется, опять же, это высвобождает возможность к творчеству и просто, не знаю, делает человека, оставляет больше времени для творчества и убирает время для рутины. Хорошо. Все. Огромное спасибо. Вот у нас бывает еще так, что вот все-таки возвращаются на свою родину. Если будешь в Вологде, то обязательно давай сделаем вот очную встречу, встретимся с нашими разработчиками, встретимся с детьми, с молодежью, чтобы они могли уже задать вопросы и пообщаться уже воочию. Да, хорошо. Я на самом деле практически каждый год приезжаю в Вологду. В этом году не получилось из-за коронавируса, но очень часто бываю. То есть, да, сюда я бы с удовольствием зашел. Хорошо, да, все, договорились. Ну, вообще, очень здорово, очень много такого интересного. Я думаю, вот будет полезно нашим зрителям. Давай в заключение, вот еще раз вот вернемся к нашей целевой аудитории. Представь, что ты сейчас абитуриент, да, и, ну, вернее, вот ты-то сейчас уже с высоты своего опыта, со своей зрелости, да, вот то, что ты уже увидел, то, что ты знаешь, вот что ты пожелаешь тем абитуриентам, которые только сейчас закончили школы, которые стоят перед таким важным выбором, куда пойти учиться и какую профессию выбрать? Да, мне кажется, на самом деле было тоже интересно, как вот люди выбирают вообще свою профессию. Я старался спрашивать у людей, которых встречал на своем пути. И очень часто это происходит вообще чисто случайно. Нету никакой... Очень, я не встречал ни одного человека, у которого был какой-то такой вот структурный процесс, как он выбрал свою профессию. Мне кажется, вот... В Стэнфорде здесь есть для первокурсников очень популярный курс, который называется как сделать свою жизнь, да, как структурировать свою жизнь, по сути. И суть этого курса, опять же, в том, что когда там тебе 18 лет, это практически очень редко, и, ну, очень редко, что ты можешь понять, что тебе делать дальше в жизни, да, и лучшее, что ты можешь сделать, это взять какие-то вещи, допустим, три каких-то вещи достаточно разных, и попробовать в них себя и понять, как бы, к чему у тебя душа больше лежит. Мне кажется, это полезно не только из-за того, что ты можешь найти какую-то вещь, да, и выбрать, но просто потом, когда там ты уже будешь более
дальше в своей карьере, у тебя на душе будет спокойнее, если ты знаешь, что как бы ты попробовал несколько других вещей, да, и вот это для тебя, как бы тебе нравится больше всего. То есть, мне кажется, очень важно попробовать себя в нескольких вещах. Там, допустим, если вы не уверены, там, что вам нравится программирование или, не знаю, когда анализ данных, да, можно попробовать и в том себя. Вот это, ну, мне кажется, такое универсальное, то есть, мне кажется, все-таки в современном мире очень важно знать английский язык, то есть учить английский язык тоже, мне кажется, такой совет, который мне пригодится. Может, китайский? Мне кажется, все-таки английский, потому что, не знаю, мне кажется, что бизнес-культура, она все-таки на английском. И китайцы, они очень сильно тоже учат английский. То есть такой как бы, мир, который и там знают тоже, в Китае. Я понял, да. Хорошо. Большое спасибо за интересный рассказ. Было на самом деле полезно. Я желаю тебе всяческих успехов, дальнейшего развития. Выходить на новые уровни, да, вот и в профессиональной карьере, и в каких-то компаниях, может быть, новых, может быть, свой стартап, да. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо большое, Павел.